частично сохранились. Вот это откинуть, смотри. Потом появилась такая дурация. Мыс Эли-Бурун или Эли-Бурун, или Эллинский, или Ветреный мыс, по-разному переводят. Вот, вот там был храм Святого Георгия. Видите, там табличка стоит. Руины храма сохранены до настоящего времени. Там был один храм, дальше второй храм. Очень хорошо видно сейчас. Ну, погодка, конечно, не скричите. Закончилось 27 числа, закончилось бабье лето. Что закончилось? Ну, воздвижение было. Последний день бабьего лета. Сзади белые-белые эти самые облака. Облака как фон. И такая одна темненькая, другая светленькая. Вот это Чуку. Да, вот это Чуку. За правой горой светленькой вдалеке, видите, горочка, да, такая. Чуку. Это гора черная. Поинтереснее пещера была, чем здесь. Пойдемте, ребята. Одно какое ровно. Да, распределял сейчас. А потом уже там было караульное помещение, там отдыхали. Там ступеньки. Ну вот, да, они тут уже поразваливали. Тут еще был потолок, обвалилось. И тут вот какая-то... Никуда не стреляли. Да. Вот здесь вот они садились, здесь начальник стоял. Ценные указания давал. Получается, 1, 2, 3, 4. Пленум ЦК КПСС. 8, 9. Ну, человек 10 сидел. Вот здесь тоже дверь была большая. Боевой каземат, окошко. Вот здесь дверь была практически, вот видно. Вытесана коробка дверная стояла. Вот. Здесь был балкончик впереди. И здесь, может, тоже был какой-нибудь камнемет, который стрелял туда. Вот можно было просто брать или накидывать. Если что, потом сотрем. Да. Брали вот такие камешки, дубли первые кидаем. Туда такая оп, и кидали. Бумц и тишина, да? Нет, сначала бумц, а потом не может быть, да. Ну, все ладно. Можно так. Да, видите, конечно, из окна открывается. Вышел, кинул камешек и все. Больше ни для чего, понимаете? Там нету ни ясель, ну, для кормушек для скота, ни этих самых колец для привязывания скота каменных. Чисто вот такое помещение. Боевые казематы. Там можно было и жить караульным, охранять. Здесь не поднялись бы, здесь 30 метров подъем 25. Свежие раскопки. Не, ну так, я говорю, во-первых, сейчас заказов меньше стало. В принципе, вот вчера... Очень интересное место есть. Я вам не сварю. Вот это костница. Да. А вот это зачем они? Тут что, иконы вставляют? Какой-нибудь хитник закрыл дверь и все. Смотри, чья-то стопа. В прошлом году здесь останавливались на ночевку. Провели здесь мы одну ночь, а дальше двинулись к озеру. Ну, на сегодняшний день здесь кто-то... Это твое место занялись? Кто-то, да, кто-то мое место. Здорово. Все дня. Пещера. Все наши здесь, еще нет. Заглублено помещение прямо в скале. Вот здесь вот вырублен был специально постели для того, чтобы складывать. То видно из... Правильно отесанным блоком сложен. Вот видите, ступенька входа сохранилась, сюда спускались. Вот здесь посередине
вот здесь был алтарь. Вот это был престол, место для престола. Видите, самый. Шел у нас полукружие алтаря. Видно, да? Очень маленький храм. Сколько здесь? Ну, 6 человек больше не влезло бы. 6. Вот была икона большая, вот висела она вот под иконом руками. Вот одна, другая икона была. Вот здесь проходили. Вообще не в храме. Был специальный институт диаконис, которые занимались этим. Потом изменяется обряд. Значит, институт диаконис упраздывается, уже священники начинают этим заниматься, но занимаются в храме, вот, и там делается специальное место для совершения перскомидии. И уже где-то в 14 веке переносится в алтарь. Не совсем, не допускают главного алтаря. А смотри, это еще? Да, еще, но они не имели права, они были на литургии, но на определенной части литургии они не имели права присутствовать. Ну, может быть, были такие идеальные, какие-то сходни, но они там должны были. А вот это поправляют, а вообще, как я понимаю, так, ну что, поднимаешься, да? В прошлом году или позапрошлом я тут что-то аж потерялся. Вот. Когда дальше мы на озеро пошли. Вот. Сегодня здесь кто-то остановился, живет. Вот, вещи оставлены. Веничек у них, ну, в общем, все как у порядочных. Официально оставляли, чтобы... А вы отстали. Ну, Ро, иди сюда. Если там земля есть, земля к земле построили. Конечная точка мыса Ташкли-Бурун, мыс Дырявый. Название, поскольку скала его насквозь пронизана. Вот там один шаг и висит, да? Не, ну аккуратненько. Тут уже таблички, кстати, висят. По поводу пипец, вот таблички. Я не смогу. Тут и еще где-то табличка. А вот там. Мальчик. Получается. Салфет. Да получается. Вот удар распускается очень медленно, становится. Фотографируется. Сейчас по одному туда вот. Чур, я первая. Это я вчера. Я маленький мальчик. Можно, понимаете? Куда стучать? Там где стол. Да, такая пещера примерно. Со столом почти. Спасибо. Сейчас коты побежит. Если нас случится, нам сидеть нечего. Да. Сейчас коты побежит. Они не хотели стоять. Если пятый бежит, смотри, давай. Они застряли там или как? Они туда куда выйдут? Или назад будете поднимать? Вы просто все взглядите, потому что если мы по чуть-чуть... Еще руки в стороны, как-то поднять. Притаси, да? Иди быстрее! Я поднялся сразу малыша по этой... Внимание! Так, снимай! Я поднялся. Как красота! Вот они, эти казематы. Барабан Кая. Колонна, которой... Звук от которой раздается, как от барабана. Мы пропускаем, пятый бой. Там много наших, нет? Да все вроде собрались. Вот это одежда делает. Замуровали демон. Ну, где-то наш пятый Б. Тут другой пятый Б. А что это за станочек? Пещера названа так потому, что посреди ее стоит столб. Если по этому столбу постучать, то раздается звук, похожий на звук барабана.
Есть такое дело. Ну и вокруг этой центральной пещеры, вот эти входы, маленькие коморки такие вот, предполагается, что здесь был монастырь, это были кельи монахов, которые тут жили. Изначально. Ну а что тут, вот двое нар, вот двухкомнатная, оказывается, вот дверь, видно, забиралась. А вот написано, что да, кельи это были или казематы, но впечатление, конечно, это производит. Впечатление сильное. Как он обрезли на земле, хлеб наш насущный дашь нам есть, и оставь нам долги наши, как и живы оставляем должников наших. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Да, ну как-то вот тут, да, где-то звучит нормально, где-то нет. Вот где-то посидим. Вот пошли ребята, куда мы пошли? Раз, на первый раз. Вот вдруг не получится. Ну вот это будет только твой конкурс. Почему мой конкурс? Ну потому. Вот я все. Сейчас могу подняться. Понимаешь, там светло очень, а ты черная, на меня. Черный, да? Черный, посмотри. Аккуратнее, да. Туда. Тут вот это было. Кстати, сверху тоже очень хорошо было. Вот! Я испугалась! Видишь, я черная. Видится солнце, светло и тепло. Такой вид открывается на Девичье озеро. Красотища. А ступеньки вообще бесподобные. Сейчас смотри. Я сейчас быстрее фоткаюсь, да? Да. Желтенький мне столько там нафотографировала, когда ты стала. А деньги сейчас едут, и не надо были на деньги. Это скот привязан. Я же рассказывала. Овечек. Ой, давай так пришли. Таких, как ты! Это вот была земля, все это вот да, в этом году раскопали, да, нашли. Ну, чувак вообще рассказывал, что... Так, на источнике. Наверное, финик вот здесь, с левой стороны. Можете зайти вовнутрь. Вот он, видите, сохранился. Целостности и сохранности, но единственное, что тут костыли разорвали, поэтому тут стены немножко замотили. Хотя уже он полопавшийся, может отвалиться. Да. Конечно бы укрепить бы это как-то. Потому что жалко, что такой вот... Можете стену будет.